Ежегодная премия в области высокого качества сервиса и производимых товаров по традиции открывается форумом. Здесь участники обсуждают актуальные проблемы современного потребительского рынка, расставляют приоритеты в системе первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара, а также обмениваются опытом общения со своим потребителем и государственными органами. Четвертый год в премии участвует компания ASOS, в бизнесе которой главный акцент на обслуживании потребителей. В этом году компания приняла участие в категориях «Кухонная техника и посуда» и «Техника для красоты». Для любых IT-проектов, любых IT-компаний сервис – это очень важная направляющая, очень важная составляющая у бизнеса. Поэтому без хорошего сервиса не сможем нормально продавать, не сможем нормально общаться с нашими клиентами. Поэтому если клиент будет плохо думать о наших продуктах, это будет очень плохо. Поэтому сервис мы считаем одним из ключевых направлений в нашем бизнесе в России. О своем потребителе заботится каждая компания. Polaris, например, разрабатывает новую продукцию и совершенствует дизайн. В этом году компания приняла участие в номинации «Кухонная техника». С нашей точки зрения, продукт должен быть новым, технологичным, удобным и надежным. И именно поэтому в этом году мы запускаем наши новые категории, такие как гироскутеры. В прошлом году мы запустили кофеварки, пылесосы, роботы-пылесосы. Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты», а значит, продукция компании-участниц рассчитана на клиентов разного достатка и всевозможных сфер бизнеса. Так, например, компания «Прана» впервые вышла на премию с предложением «Спортивные развлечения и интеллектуальные игры». Подарки впечатления – это, собственно говоря, то, из чего и состоит наша жизнь. Прыжки с парашютами, яхтинги, картинги, гонки на аквабайках и так далее. То, что могут себе позволить и обычные граждане, и корпоративные клиенты. А спортивно-интеллектуальное многоборье – это соревнование, которое сплачивает бизнес и политические структуры, просто любители игры. Впервые в премии приняла участие компания, которая занимает ведущие позиции на рынке недвижимости Москвы и Московской области. Afi Development специализируется на строительстве жилья разного класса. На премию вышла с проектом резиденции композиторов клубного квартала на Павелецкой набережной. Видим свою миссию в том, чтобы строить качественное жилье и формировать особую среду для жизни. Не только квадратные метры, но и особенную инфраструктуру, особенную эмоциональную, творческую составляющую в своих проектах. Поэтому тема данной премии «Качество» и сервис обслуживания потребителей очень актуален, потому что это именно то, к чему мы стремимся, превосходить ожидания наших потребителей. Итогом форума стала торжественная церемония награждения лауреатов. Лучшие компании получили свои награды, которые являются гарантией востребованности и доверия потребителей. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.